Вот он, нормуль. Ты, смотри, Лиза. Окунёк. Всего. Лови, лови по лицу. Вот он, красавчик. Угу. А даже другой идут, да, Лиза? Смотри. Лиза, смотри. Вот первый год у нас так же. Всем привет, друзья, с вами Дмитрий, канал «Деревню». Кто-то спрашивал, как чувствуют себя индюки. Индюки чувствуют себя прекрасно. Вот у меня на заднем плане молодняк сейчас пасется. Мы их выпускаем в течение дня несколько раз. Пока под присмотром пасем, они кушают травку. Тем самым у нас получается существенная экономия на комбикормах. И плюс они получают натуральные природные витаминчики. Вот такая вот беспокойная братья гуляет. Съедают все, как саранча. Не хуже гусей. Еще мы заготовили сено, почти полный сеновал. Вот сейчас оно еще немного просядет под своим весом. Но в целом, я так думаю, процентов на 90 мы уже заготовили. У нас еще там по соседству дозревает небольшой стажок. Он как раз, я думаю, займет это пространство. В планах у нас еще второй покос, потому что травка растет хорошо. И второй покос уже будет сметан просто в стажок, который будет храниться в поле, и его в первую очередь будем скармливать овечкам. А это пойдет уже на зиму, там куда-нибудь после Нового года. Ну, по крайней мере, мы вот так вот рассчитываем. Как оно будет на самом деле, посмотрим, но пока вот так. А еще мы поставили фаркопчик на машину, и в планах у нас покупка прицепа. Наконец-то у нас наступило лето, по-моему, это за последние года три. Такое нормальное лето. Температурка стоит 23-26 днем. Немножко душновато бывает, потому что каждый день идут грозы. Вот сейчас вот только что громыхнуло там. Вот. Но тем не менее тепло, хорошо, мы купаемся. К нам на недельку приезжали дети отдохнуть от городской суеты. Все получилось на славу. Вот. И кого-то, если интересовала рыбалка, как она у нас здесь происходит, вот хочу предложить вам небольшую такую семейную зарисовку на тему рыбалки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. По рыбу идем. На рыбалку? На рыбалку, да. Понятно. Там папа у нас с Лизой щуку наловили с рыбой. Ну сегодня сухой будем, я думаю. Сегодня сухой будем. И папа. Говорят, там 8-килограммовую щуку взяли. Да, было дело. На мормышку. Еле в ведро поместил. О, вот это уловчик. Ой, да вы целые делегации, да? Как впечатление? Клюет, все отлично. Отлично, настроение хорошее. О, во, готов, еще. Ничего себе. Килограмма на два окунь. Да. Так что, рыба. Рыба, килограмма. Ну-ка, кто там, рыба? Рыба. Ой. Ой. Лиза, давай его сейчас сюда в бассейн пустим аккуратно. Чем возьми? Так оставим. Еще куда? Ой, рыба. И щуку туда же, да. Ой. Нашу гигантскую. Ну-ка, покажите ты хоть. Она за палец хватит. Ой, кстати, да, она может схватить. Вон она. Вон она. Иди, смотри. Чего себе карандаш какой. Слушай, можешь ей снять кофточку? Мне кажется, жарко. Ей надо майку. Вот такая рыбалка. Закинь. Да, ведро. Это вообще за один присест. Она не сиганет. Она сейчас окуня сожрет эту. Да? Да. Окуня, посадите его в ту банку. Она уже не добра. А да это интересно понаблюдать, подожди. Она на него недобро смотрит, явно. Ой. Ой. А если укусит? Ничего не укусит. Лови рыбу. Не слушай никого, лови рыбу. 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 Вон, смотри, большая рыба. Какая? О, началась охота. Там. Там рыба. Юбки там и хвосты. Вот такая кофточку. Щука выпрыгивает из воды аж. Рыбу. Рыбу. Холодная вода. Будем рыбу ловить? Да, здесь. Будем? Буба. Будем. Бубы.
Ты-то будешь ловить рыбу? Сейчас я червяка насажу. Подожди. Подожди, сейчас папа червяка насадит. Или ты сама хочешь насадить червяка? Да. Да, сама. Мама. Ты снимаешь небо, Дим. Мне кажется. Нет, тебе кажется. Вот ты сейчас только что. Вот червяк. Подожди, сейчас папа насадит. Ой, какой! Ой-ой-ой! Вон там трава. Вот рыба. Ой. Ой. Травки. Выклевывай. Пузырьки такие появляются. Круги. Раз так. Клюнуло что-то. Лиза, смотри. Опа. Нету рыбок. Держи. Нет рыбок. Держи. Сейчас будем ловить. Бибу. Подожди, рано, рано. Не тяни. Посмотри, когда поплавок задергается. Угу. Давай, Лиза, вытаскивай. Не-не. Мало. Надо было подсекать. Ничего. Подожди. Подожди. Лиза, вот так, да, давай, сейчас переместим вот сюда. Лиза, не дергай удочку. Не дергай, подожди, рыба еще не пришла. Рыба! 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 Вот рыбачка! Так. Давай, папа ловит, а ты посмотри рыбу. Чуть там прям клюнуло и все. Угу. Вот там вот, знаешь, где поклевывало, прям с поверхности как бы рыбка склевывала, вот с той стороны. Вот, да, там мелочь такая вот. Кофточку хочешь надеть? Надеть хочешь, а тебе не будет жарко. Жарко ведь будет. Попробуешь сюда. Да? Сейчас, жарко поправлю будет. Его. Ну, давай. 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 Нет, 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 нет. Вот сюда, вот рукавчик. Вот так. Ой. Ой, заблудилась ручка. Бибу. Ой, нашлась. Ну, давай, пусть так. Червя там протянули. Ничего страшного. Вот он, черви. Выпрыгивает. Буйная, да, щука попалась? Угу. Ну, сразу. Тянет, да? Угу, сразу. Откусывает. Мелочь какая-то. Ага. Нету. Лиза. Она попросила надеть. Я тебе футболочку одену сейчас, полегче. А вот там вот, где яма, не стоит попробовать, это где поглубже. Вот футболочка. Давай. Духота опять. А влажно, видишь? Футболка. Футболка, правильно. Ну, там такие, да. Футболка. Щука на червяка, рыба. Это вообще. Ой, какая щука, рыба. Потрогай, потрогай. Нет, ты так пальчиком потрогай. Пальчиком. Ты бойся. Не бойся, Лиза. Иногда вот там, вот там вот яма, вот, там глубокое место такое, яма, можно там попробовать? Иди сюда, садись. Хотя вот все вот тут. Вот здесь вот вообще вон бойка прямо. Ага, вон оно. Смотри, нет. Нет. О, вот он, нормуль. Ты, смотри, Лиза, окунёк.
всего. Лови, лови по лицу. Вот он, красавчик. А даже другой идут, да, Лиза? Смотри. Лиза, смотри. Первый год у нас так же было. Ходили, я вот. И в последний. Ты хотела сказать. Нет, наверное, не крючком, а этим. Может, плавником. Ветка ее. На, он тебе даже червячок остался бонусом. Сейчас сиганет оттуда. У нас уже... Ага. Нет, у одной даже еще червяк остался. Да. Так. Ну что такое, да, занятие вроде интересное? Бибу. Не, вообще вот на поплавок очень, да, очень интересно ловить. Вот просто даже эту мелкотню для того, чтобы ее на живца ловить. Вон там вот круги хорошие. Вот мелочевка, она мелкие кружочки дает. А там вот прям так. Да не бывает кружочки. Может, подальше? Играет, играет, а клевать не клюет. Да, а вот тут отличное местечко, да, да, какое-то. Они здесь все рыбаки и сидят. Да, тут вот я бы отсюда бы забрала бы речку. Не дадут. Забрала бы речку. Самим нужно. И пару строений. Побойся, мама. Не бойся, я не боюсь, Лиза, не боюсь. Не бойся, мама. Нет, боюсь. Ай, боюсь. Ой, боюсь. Папа, да не бойся. Такая маленькая. Не бойся, дочь. Бойся. Не бойся. Хороший. Конечно. Халюзик. Побойся. Хороший. А вот с этой щеки. Побойся. 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 Пшик-пшик-пшик. Матушка.